Сочинские полицейские по традиции присоединились к ежегодной всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Совместно с представителями общественного совета при УВД Сочи и духовенства города правоохранители пришли в гости к ученикам интерната, что на Мамайке, и подарили ребятам настоящую новогоднюю сказку. На праздник приехали аниматоры. После игр и конкурсов от лица всей сочинской полиции каждому ребенку вручили подарки, сладкие наборы. Презент вручили и в целом школе-интернату. Для поддержания спортивного духа в вашей школе Управление внутренних дел по городу Сочи совместно с приходом Свято-Оскорбященского храма дарит вам спортивный инвентарь и ковровое покрытие, комнату отдыха.